Балет «Щелкунчик» – самая верная примета новогодних каникул, такая же, как запах елки или мандаринов, так пишут на сайте театра. И с этим трудно не согласиться. Сложно представить, что когда-то не было ни волшебной музыки Чайковского, ни тех персонажей, что уводят зрителя в волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Это волшебная сказка, новогодняя, красивая история у маленькой девочки, которая встречается с, возможно, в своих фантазиях. Возможно, это происходит на самом деле. Для кого как? Как увидит зритель эту историю, каждый для себя. Здесь на сцене происходит волшебство. Ее перевоплощение из маленькой девочки уже во взрослую девушку. На нашей сцене сейчас идет в редакции Морихиро Иват. В 2018 году он его обновил. В принципе, он как бы костяк весь оставил, какой есть. Единственное, там добавилось в первом акте некоторые танцы поменялись. И добавилось интермедийное видео. Видеопроекция, когда там шар, подарки и так далее. Ну, как бы для, как бы, современный мир сейчас цифровых технологий, как бы много со временем, что ли. Победа добра над злом, ожидание прекрасного принца и вера в сказку, которая обязательно станет былью. Все это пользуется повышенным спросом в рождественско-новогодние дни. Для тех, кто не успел увидеть «Щелкунчика» в постановке Морихиро Ивата до Нового года, ждут в оперном в праздничные каникулы. Дмитрий Гамбоев и Бато Гармын. Новости дня.